Поддержка нуждающихся. Многодетному отцу-одиночке подарили новый благоустроенный дом в жилом массиве Заречный 4. Средства на жилье собрали простые казахстанцы. Именно для этих целей был размещен специальный счет в социальных сетях. В считанные дни неравнодушные граждане пожертвовали около 40 миллионов тенге. И теперь у мужчины, который воспитывает 6 малолетних детей, появилось уютное жилье и обширная придомовая территория. 46-летний Уразбек Жусипкалиев вместе с детьми прибывает в свой новый дом. Еще совсем недавно мужчина был по-настоящему счастлив в браке с супругой Светой. Вместе они прожили 14 лет. Вырастили 6 детей в селе Толыбае Тегибийского района. Но сначала серьезную травму позвоночника получил глава семьи. Сейчас он передвигается на костылях. А затем пневмония скосила хранительницу семейного очага. 34-летняя Света болела в течение 5 дней, однако спасти ее жизнь не удалось. Молодая женщина ушла из жизни в начале июля. Семья была вынуждена переехать в областной центр, где своего жилья не было. Казалось бы, жизнь потеряла прежний смысл. Однако мир не без добрых людей. И теперь выражение счастья и улыбки на лицах детей вновь стали неотъемлемой частью в семье Уразбека Жусипкалиева. Я до сих пор в шоке, не могу поверить в случившееся. Это большое счастье для моей семьи после столь тяжелой утраты. Хочется сказать всем огромное человеческое спасибо. Большая благодарность инициаторам сбора средств. Собрать за небольшое время столь внушительную сумму – это что-то невообразимое. Нашей семье было очень тяжело, пришлось пережить большое горе. И хочу выразить признательность всем казахстанцам, кто не остался в стороне. Уютный и вместительный дом позволяет детям ощутить настоящую свободу. У каждого здесь будет свой уголок. Обширная придомовая территория позволит заниматься подсобным хозяйством. Всего в семье 6 детей, 3 девочки и 3 мальчика. Старшему ребенку 11 лет, а младшему всего 7 месяцев. Большое спасибо всем за такую помощь и поддержку. У нас теперь есть свой большой дом со светлыми комнатами. Моим братьям и сестрам есть где поиграть и позаниматься. Еще у нас большой двор, где можно сажать огород. Всем, кто откликнулся на нашу беду, огромная благодарность. Осуществление мечты большой дружной семьи Жусипкалиевых стало возможным благодаря неравнодушным казахстанцам. Родные покойной Светы, которые родом с Атырау, объявили сбор средств на покупку дома. И воплотить задуманное в жизнь удалось довольно быстро. Именно благодаря казахстанцам, простому народу, удалось собрать необходимые средства на приобретение дома, причем в кратчайшие сроки. Хочется за это поблагодарить каждого, кто внес свою лепту. Я являюсь родной сестрой покойной Светы, и мне просто не хватает слов, чтобы выразить признательность тем, кто не остался в стороне от горя родной для меня семьи. Теперь мои племянники будут жить в своем уютном и вместительном доме. К слову, необходимая сумма на покупку дома, а это 37 миллионов тенге, была собрана неравнодушными казахстанцами всего за 3 дня. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актобе.